Более 2000 браков регистрируются в Доме гражданских обрядов в течение года. Сотрудники ЗАГСа практически каждый день становятся свидетелями того, как двое когда-то незнакомых людей решают быть вместе, как говорится, в горе и в радости. Регистрируя отношения, они надеются, что это не просто надолго, а что это навсегда. А произнося заветное «объявляем вас мужем и женой», они верят, что отныне пара, стоящая перед ними, одно целое, и что они ни на секунду не пожалеют о своем решении. Последние месяцы, пока востребованы, немножечко меньше. Больше востребованы лето, летние месяцы. И очень быстро, буквально в первый день записи предварительной, ушла такая дата, как первая суббота, а потом уже воскресенье, апреля месяца, то есть вот эта красная горка, как в народе говорят, после Пасхи. Брак – непрерывная работа двух связавших вместе судьбу людей. Как муж, так и его супруга должны понимать, оформить свои отношения на бумаге мало, главное – утвердить их печатью в своем сердце. Ведь семья – это не репетиция и не игра, это осознанное двухстороннее решение. Это взгляд в одном направлении – это дети, это общие планы и общие решения. Свадьба была 21 сентября 2013 года. Не жалею абсолютно. Так получилось, что это было в день праздника. Повезло немножко даже со временем. Прям здесь при нас отказались на более раннее время. Так что судьба. Все прошло хорошо. Многие пары хотят, чтобы день их бракосочетания был незабываемым. Молодожены тщательно продумывают все детали их общего торжества. Здесь важно все – наряды, украшения, свадебное оформление, ну и, конечно, сама дата. Некоторые пары верят, что цифры играют определенную роль в их дальнейшей судьбе. Сотрудники Дома гражданских обрядов с улыбкой делятся наблюдениями, что, например, в мае многие пары почему-то отказываются регистрировать свои отношения. Маяться, мол, не хотят. Вчера буквально приходили, они выбирали 08-08, символ бесконечности, как они говорят, чтобы их семья была вот цельная такая, и никогда, то есть всегда были они вместе. Им эта дата очень понравилась, и они хотели бы зарегистрировать. То есть каждый выбирает свою дату и свое мировоззрение, свой подход к данному числу. На самом деле не важно, какая дата будет стоять в свидетельстве о заключении брака. Важно другое – отношения, стоящие за этой датой.